Вот такая красивая остановка уже радует пассажиров на улице Калинина. И таких остановочных павильонов в нашем городе до конца нынешнего года появится еще 7 штук. Такие же остановки мы уже устанавливали в 2019 году. В 2019 году установили 14 остановок, а в этом году планируется 7 остановок. Вот первую установили на улице Калинина, остановка «Гузель». Сегодня еще установят на улице Уфимской. Остановка называется улица Ленинградская. И планируется у нас в этом году еще установка еще 5 остановок. Это на улице Монтажников остановка с ПТП, улица Ленинградская остановка 21-я школа, улица Чапаева остановка Хмельницкого, улица Пархоменко остановка стадион и улица Карла Маркса, остановка ДК «Нефтехимик». Остановочные павильоны изготовлены из алюминиевого профиля и ветрозащитных стекол. Остановки легковесны, долговечны и обладают прочностью конструкции. Они не требуют ежегодной окраски, они не ржавеют от осадков. Стекло каленое, 8 миллиметров. На каждой остановке предусмотрены скамейки, 5 остановочных павильонов будут оснащены подсветкой. Места установки определяли, учитывая востребованность в каждом конкретном месте, а также исходя из обращений горожан. Мы очень рады, что устанавливают, потому что здесь вот остановка конкретная садоводов. Садоводы здесь часто бывают, и вот люди приходят усталые из сада, и просто не было, где можно сесть, отдохнуть. Автобус подождать. И вот мы очень рады, что поставили такую симпатичную остановку. И вообще, особенно для вот пенсионеров, сделали доброе дело. И вообще у нас Салават очень преобразился. Сейчас главное – это бережное отношение к установленным конструкциям. Ведь все преобразования вносятся для нашего с вами удобства. Лилия Шениязова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».